Продолжаем движение. 77-я серия. Участок Мурманск-Магадан. Седьмой день пути. В этой серии будет пройдено 70 километров. В начале видео ДТП этот фрагмент я замедлил в два раза. Там, по-моему, грузовая газель перевернулась, на левом боку лежит. Подъехали ГИБДД, эвакуаторы. Ну, причину я не знаю, что произошло, но не вижу повреждений на газели. Может быть, смещение груза, может быть, скоростной режим был нарушен. Не знаю. Но разберутся ребята. Сейчас. Комментарии поступили или нет? Гляну. Так, Сергей Трошин. При увеличении скорости качество видео не ухудшается. Ну, я этому только рад. К этому я и стремился, чтобы качество видео было максимальным. Потому что снимать с плохим качеством такое расстояние, ну, нет смысла. Значит, система антидрожание себя оправдывает. Под крыло хворяется чем-то. Значит, система антидрожания работает нормально. Так, ну шум в салоне автомобиля. Это. По радио предупреждаю дальнобойщиков встречных. Так, ну, как и в предыдущих сериях. Ребята, ДТП впереди, идете на Так, ну, переговор вы слышали, я предупредил дальнобойщиков, они приняли предупреждение. Ну и как в предыдущих сериях, значит, места, где населенные пункты обозначены титрами и стрелками, где они находятся. Ну ладно, не буду мешать основному комментарию.
перестать просто. Да неужели еще мост заэксплуатирует вот этот парк?
сломан, я физически не мог разогнаться на такой скорости. Все так близко. Нет, ничего не знаю, вот это видно. Что это чистейшая вода подстава. Ну а теперь мы видим, вот Феникс они там заправку поставили. Теперь они на законных основаниях. Ну, алшинские, конечно, не занимать. Так, граница Пермского края и Екатеринбургская. Да, Екатеринбургская область пройдена. Мы сейчас находимся на территории Екатеринбурга. Ближе к городу Кабуру с правой стороны. Стоянка разная. Это за стоянкой плюс. Сургутская область. 22. Поезд в Екатеринбурге. Свердловская область, да. Город-то какой-то был. Как он мне вообще знал. Ленинградская область, город Санкт-Петербург. Здесь за самого Екатеринбурга лучше всего двигаться в поток, потому что отдельные машины обстреливают ударами. Надо будет, кстати, включить. В Свердловской области нет магистраль подвольных, а тут уже вынуждены.